Роскошная Тина Кароль пустилась в пляс с Даном Баланом на одном из эфиров «Голос Украины». Как сообщает Политека.нет, в инстаграм-аккаунте шоу появилось видео с 10-го сезона проекта. На ролике все судьи шоу зажигали на сцене под песню рок-группы Portugal Them and Feel It Still. Музыкант Ерлан Байбазаров покорил судей, в особенности Тину Кароль. Она обменялась флюидами с красавчиком, подтанцовывая рядом с ним. Не остались в стороне и другие судьи. Настоящим музыкальным сюрпризом в 10-м сезоне «Голос Украины» стал участник Ерлан Байбазаров. Своим вокалом артист смог развернуть три кресла и спеть сразу с несколькими тренерами 10-го сезона, подписали видео авторы аккаунта. В комментариях с теплотой вспомнили этот яркий эпизод 10-го сезона. Поклонники шоу оставили под постом массу восторженных отзывов. Жаль, что такого голоса мы больше не увидим. Ну, другое дело, лучший сезон. Скучаем, незабываемая атмосфера, в этом сезоне такого точно не будет, это было просто волшебно. Никогда не забуду этот день. Спасибо всем большое, было круто, лучший сезон, этот сезон навсегда останется в моем сердечке. Спасибо за этот сезон и за эту атмосферу, талант, пишут пользователи сети.